В венгерской столице в воскресенье прошел «Марш живых» – ежегодная демонстрация, посвященная памяти жертв Холокоста. Сюда пришли тысячи людей, желающих дать отпор антисемитизму, рост которого отмечен в последнее время в Венгрии. В этот же день в Будапеште состоялась инаугурация памятника жертвам Холокоста. Среди собравшихся были и потомки тех, кто сотрудничал с нацистами. Они ставят целью не допустить повторения ошибок прошлого. Мы должны говорить правду о наших отцах и дедах. Изучение истории может помочь в преодолении нынешнего антисемитизма. Во Второй мировой войне Венгрия была союзником гитлеровской Германии. Тогда из страны в концлагеря были депортированы 437 тысяч евреев. Корреспондент Евроньюс передает из Будапешта. Марш живых проходит в Будапеште каждый год, но, наверное, в этот раз его значение особенно велико в связи с 70-й годовщиной начала депортации евреев. Но отношения между венгерским правительством и еврейскими организациями сейчас находятся на низшей точке, а более 20% голосов на выборах получила политическая партия, которая не скрывает своих антисемитских настроений.